Привет, это канал «Предприниматели Взлет», меня зовут Ольга, и в этом видео мы будем с вами смотреть драйвер 6-го каталога, летний аксессуар «Гамак». Оставайтесь со мной. Только в каталоге номер 6 при единовременном заказе на 990 рублей вы можете приобрести летний, стильный, такой красивый аксессуар. Это гамак со скидкой 50% за 599 рублей. Давайте же рассмотрим этот аксессуар повнимательнее. Очень интересная вещица, не было еще таких в компании Oriflame. Изготовлен он из натуральных материалов, это лен, хлопок и присутствует полиэстер. Ну, надеюсь, что там еще мы увидим какие-нибудь ярлычки, и нам это будет показано поподробнее, какие именно материалы. Сразу могу отметить, что сделан очень удачный мешочек, то есть если вы едете куда-то в лес на отдых, вы сможете его упаковать и положить вот такой мешочек. Честно скажу, я его еще не разворачивала, еще не видела, поэтому сейчас буду смотреть его вместе с вами. Мешочек закрывается вот на такую веревочку, очень удобно, с фиксатором. И, я так понимаю, изготовлен из того же материала, что и сам гамак. Длина этого гамака 2 метра, а ширина 105 сантиметров. Но при этом рассчитан он на одного человека, то есть на 150 килограмм, но на одного человека. Не рекомендуется ложиться в этот гамак вдвоем. Смотрите, здесь есть непосредственно сама ткань. Эта ткань, видите, очень яркая, красочная, красивая. И знаете, в жаркую погоду будет очень комфортно лежать в таком гамаке. Вот я нашла ярлычок, сейчас мы рассмотрим его. 50% хлопок, 37,5% полиэстер, 9% вискоза, 2% полиамид и 1,5% акрил. Сделано в Китае, шведский дизайн. Ну, то, что дизайн шведский, это угадывается вообще с первого взгляда. Я люблю шведский дизайн, он всегда восхищает своей простотой. И у меня дома даже есть несколько ковриков шведского дизайна, именно вот таких полосочек из известного шведского магазина. Итак, вот такие веревки и заканчиваются такой большой красивой петлей. Сшит вообще это все, выглядит очень-очень прочным. И с этой стороны здесь абсолютно то же самое. Также здесь есть еще две веревки для крепления гамака на дереве. И есть и подробная инструкция. Вот сейчас сам гамак я пока отложу и хочу показать вам эту инструкцию. Во-первых, надо найти два крепких дерева, то есть сразу же предполагается, что вы будете пользоваться этим гамаком либо в лесу, либо в саду, либо если это где-то на море или на реке, чтобы обязательно были деревья. То есть деревья должны стоять примерно 3 метра друг от друга, идеальное расстояние 310 сантиметров. Убедитесь, что это толстые деревья, чтобы они вас выдержали. Нужно разместить гамак между деревьями, привязав каждый конец согласно инструкции. Я не буду, наверное, вам тут описывать непосредственно саму инструкцию, я просто покажу вам сейчас на экране фотографию этой инструкции, чтобы вы могли уже сами своими глазами посмотреть, как компания рекомендует крепить этот гамак, чтобы он был очень надежно закреплен на дереве. Мне приятно, что не просто нам продают, да, вот ткань с веревками, но это очень качественно выполнено. И знаете, даже если вы не планировали купить гамак, мне кажется, вот посмотрев на это произведение искусства, каждый подумает, а почему бы и нет, почему бы и не иметь такой гамак у себя дома и почему бы не использовать его, например, в каких-то вылазках на природу. Смотрите, узлы должны быть завязаны на высоте 1,20 м от земли, центр гамака должен находиться приблизительно 66 сантиметров от земли. Ну, можете прикупить еще рулетку к гамаку, чтобы все это вымерить, хотя я думаю, это только первый раз будет сложно, а потом вы уже будете это все на глазок определять. Как следует надо затянуть веревки, вот эти, я так понимаю, дополнительные, и чтобы разместиться в гамаке, встаньте посередине между деревьями
объеме, расправьте гамак по центру и уже устройтесь и равномерно распределитесь по всей его поверхности. После каждого использования разбираете гамак, храните в сухом безопасном месте. Рекомендована деликатная стирка и, естественно, сушка. Автоматическая сушка и отжим недопустимы, ну, потому что такая нежная, видимо, ткань, и чтобы она не растягивалась. Поэтому смотрите, если вы планируете повесить этот гамак где-то на даче, либо где-то у себя в деревне, либо вы живете в частном доме, то имейте в виду, что нежелательно, чтобы этот гамак находился под дождем. Поэтому прислушивайтесь к рекомендациям, которые даются в инструкции, и старайтесь разбирать этот гамак после использования. Дополнительно от компании «Техника безопасности», естественно, не поджигать, не использовать детьми, потому что, я думаю, дети могут запутаться в этих веревочках. Обязательно следите, чтобы ваши малыши были под присмотром, когда они будут прыгать в этом гамаке. В целях безопасности проверяйте все детали, но чтобы он не оборвался, чтобы вы не упали, вешать на безопасной высоте. Устраивайтесь, распределяя вес по всей поверхности. Запрещено вставать во весь рост, делать резкие движения и подпрыгивать в этом гамаке. Ну, я думаю, что мы все с вами люди разумные, и делать вы этого не будете. А уж не у всех, как мне кажется, есть гамак в домашней коллекции для домашнего отдыха. Ну а после каталога номер 6 вполне возможно, он появится у многих людей. Желаю вам классного летнего отдыха, будьте счастливы и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. Пока-пока!